Влад, когда то же самое через какой-то промежуток времени в 3, 4, 5 или больше человек начинают, и вроде сперва это все чувствуется как такая какофония, а все-таки в конце все идет в лад. Это очень такая интересная система, и я иногда думаю, что межчеловеческие, межправительственные, межгосударственные отношения, они наши иногда тоже то же самое напоминают, когда мы друг другу говорим, может, не всегда приятные какие-то новости, но все-таки сумма суммарум все-таки получается, что результат то получается тот же самый. И я очень рад, что с каждым разом вижу все больше и больше интерес к Литве от наших северных соседей, от северной столицы России. И уже за это время, пока я здесь работаю, это уже, наверное, пятое мероприятие, когда отдельные регионы Литвы себя показывали, и я очень рад, что все в нашем полку прибывает. И в этом году, вот на этот раз и Укмергия к нам присоединилась, и что мэр города здесь, а уже Друскиненко из Зарасай, Паланга, они Вирштанас, а Никши за это время уже тоже успели себя показать. И самое интересное, что здесь нашли понимание. Потому что некоторые помнят, как их дедушки, бабушки и родители возили в Литву, потому что Петербург, тогдашний Ленинград, был особняком в Литве. И очень ценили, и всегда смотрели различия между людьми сразу, между Москвой и Ленинградом сразу. Уже литовцы себя считали специалистами в этом. Что греха таить? Разное было в нашей истории, но когда приезжал друг, когда приезжал сосед, все это воспринимали совсем по-другому, нежели между политиками. Я тут вспоминаю, как Генрих Сюшкевич, бывший зам генерального директора ЮНЕСКО, он рассказывал по российскому телевидению про своего друга, у которого была усадьба, и где он занимался агротуризмом, и который, ну, в советское время очень не любил эту власть и всегда говорил про оккупацию в советское время. И вдруг он начал ориентироваться на туристов из России. Говорит, ну ты же всегда их так не любил. Говорит, он мне говорит, раньше они для меня были оккупантами, а сейчас они для меня клиенты. Так что, если уже говорить всерьез, то все-таки этот процесс заново узнать друг друга у нас идет благополучно. В прошлую неделю 17 автобус из 17 журналистов и туроператоров был в Зарасае на открытии туристического сезона, и все с огромными впечатлениями делятся и в соцсетях, и на страницах газет про эту поездку и про эти возможности. Я очень рад, что тоже внес свою лепту я и мои коллеги, работающие в генконсульстве, для того, чтобы всем рассказывать, какой прекрасен город Санкт-Петербург. Потому что туризм, он должен быть в обе стороны. Эта река, там уже по обоим направлениям идут корабли. Я думаю, что это нам надо учитывать, что мы уже довольно-таки доказали друг другу, что мы можем быть без друга, уже нам этого доказывать не надо. Нам надо найти точки соприкосновения того, что от общения, от общих дел, от понимания друг друга нам было бы приятно. И я надеюсь, что того, что покажут свои возможности представители разных регионов, мы еще положим одно камушко в эту копилку хороших дел. Хорошего вам сегодня вечера, всего самого наилучшего. Одним до встречи в Литве, а других приглашаю в Петербург. Спасибо. Ну и, наверное, было бы логично.